Где-то за Уралом ранней зимой утром два состава сошлись. Где-то за Уралом город такой, станция такая, Хакинск. Там в одном составе был спецвагон, и такой же точно в другом. Пацанов набилось первым битком, и девчат везли во втором. Словно издеваясь, таял первый снежок. Кто-то плакал, злился и верил. И везли куда-то тех ребят на восток, а девчонок гнали на север. Расстояние между 10 шагов, остановка 10 минут. Конвоиры, бросившись в стаи волков, встали и как лошади ржут. А под это ржанье слезы в глазах, с той, да и с другой стороны. А до этой встречи боль в кулаках, нервы и кошмарные сны. Словно издеваясь, таял первый снежок. Кто-то плакал, злился и верил. И везли куда-то тех ребят на восток, а девчонок гнали на север. Закричали разом эти и те, так что содрогнулся перрон. И бесились души около тел, плюнув на природы закон. Хоть старались зэки время тянуть, надрывая глотки вдвойне, тронули составы свой дальний путь жуткой гробовой тишине. Словно издеваясь, таял первый снежок. Кто-то плакал, злился и верил. И везли куда-то тех ребят на восток, а девчонок гнали на север.